изменений за этот период в нем нет. И Акбаров Феклейман мне давно знакомы. Вы бы знали, как мы классили с ним в Инжиконе. Ее образование, ее получили в Инжиконе, капитальное ее. Смотри, братан, и Тимка опрокинул уже третий стакан. А у Ленки я слыхал, даже три диплома. Конкурс красоты в Милане, Кембридж и Сорбонна. Димка от любви устранил все свои дефекты. Вот что значит жениться на женщине с интеллектом. Ее, интеллектуально ее. Приятно, когда содержали ее. Ее, прикинь, братан. Ленка у Димки отобрала стакан. Мало кто знает, почему свадьба здесь. Акбарова давно купили у залива весь лес. И даже усадьба Пинаты давно уже у них. А Димка скрывал, что он такой завидный жених. Ее, теперь не ее. Весьма солидная Пината ее. Ее, ну нифига, братан. Юрий Махмудович разбил уже хрустальный стакан. А я слыхал, братан, что Димка большой юморист. И любит всем рассказывать анекдоты про наш эскиз. Притом он это делает увлеченно и красиво. Особенно про Шарика, Бобика, Катавасскую перспективу. Ее, перспективу на ее. Хорошо, когда у человека видение. Ее, зацени, братан. Яновила с Мечечковым не поделили стакан. Перспектива в нашем деле, как яркий свет вдали. Мы с Димкой любим отдыхать на Вамрике и на Бали. Но при этом надо рассматривать разные случаи. Есть у нас не план основать бизнес Кампучи. Ее, кампучийская ее. Неужто светит будущее ее? Ее, смотри, чувак, кто-то из гостей оказался слабак. Мы Дмитрия Елева со свадьбой поздравить рады. Пусть, взявшись за руки, преодолеют все преграды. Живите, ребята, весело, беззаботно и дружно. И пусть у вас будет все, что для счастья нужно. Ее, счастье ее. Желаю вам счастья. Ее, пошли, братан. Пора и нам опрокинуть стакан. Ее, счастье ее. Желаю вам счастья ее. Ее, пошли, братан. Пора и нам опрокинуть стакан.